Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и добро пожаловать в рубрику «Давай заценим-ка». У меня в руках игрушечка под названием Farlon Sales. Угу. И это атмосферная постапокалиптическая адвенчур, в которой вы колесите по миру на парусно-энергетическом транспорте. В игре вам предстоит поддержать работоспособность своего уникального судна, преодолевая многочисленные препятствия и выдерживать испытания ненастной погоды, которая стала намного опаснее с упадком цивилизации. Пустыня, по которой вы путешествуете, некогда была одним из огромного океана. Мир вокруг вас рушится, и нельзя предсказать, что ждет вас на пути, как далеко вы зайти сможете и последний ли вы представитель своей расы. Вот так. Так, это у меня уже игра, да, пошла. Смотри, на ВСД можно бегать, понятно. Прыгать, пробел, прыгать. Ну ладно, там дальше по пути разберем. Давай на стрелочке. Потому что я так понял, тут мыхи вообще нету. Куда я давлю? Это что вообще было-то? Это я, по-моему, отца своего похоронил, да? Или что-то тут какая-то, короче, смотри, могила. Непонятно. Весь мир высох. Высох весь мир, постапокалипсис был. На нас упал метеорит. Угу. О, чё В? В, смотри, хапнул. Хапнул какую-то дичь. Она. О! Угу, ага, понятно. Так, а погоди, давай наверх тогда. Как это выбросить? Во, выбросил. На В обратно дальше выбрасывать. Дальше куда-то. Так, а тут нельзя ничего завышить? Ой, можно завышить. Смотри, лампу завышил. Нихера, X. А, X это приближать, понятно. Так, а как мне теперь скворечник-то взять? Ёшкан. Надо было мне скворечником, наверное, бежать. А я бегу с лампой зачем-то. Так, ну и где мой парусный генераторно-двигательный транспорт-то? А? Вот это что ли? Может, его из чемодана надо было построить? Блю. А я его там дома оставил. Обалдеть. Ой-ой-ой, утонул. Нет, не утонул. Смотри. Ой. Так, погоди, я уже должен на транспорте двигаться. По идее-то. Куда ж я прусь-то пешком? Да ладно, а что и пешком можно всю игру пройти? А, во, вот он, смотри. Вот он мой парусник. Так, ну и что делать-то? А, погодь. Так, фонарь. Иди сюда, фонарь. Знаешь, куда мы тебя? Так, а я с крючка снял. А как тебе на крючок-то повесить? Икс. А, во. Смотри, надо было просто отжать. Так, Ага. Это я на макушке, и чё? Ну, непонятно же. Ну, дайте управление. Так, это что такое-то? Непонятно, непонятно. Смотри. Я понял. Это у нас коробки, это топливо. Сюда, значит, мы, короче, засовываем. И у нас бак наполняется. Так, ну хорошо, а поехать как? Ехай. Не? Тынь, спит. Че это? А, во! Я поехал! Шумноватенько поехал.
Оу, воу. А вот это что кнопка делает? Что это она сделала? А, якорь, вон, видишь, внизу якорь, вон он. Видал, это тормоз. Вот это, оп, и видишь, убрал. Поехали. Так, стой, подожди, я немножко потише сделаю. Вот так. А то вы же оглохнете, да? Так, VX, окей. Что-то еще надо потише сделать. А то я даже глохну немного. Вот так. Во. Или нихуя не сделалось? Ну ладно. Так, и чё мы встали-то? Надо давить её, что ли? Постоянно держать? Да вы чё? А как мне тут бегать тогда? Чё она там? Ой-ой-ой, стой. Не выпадем. Едем. Ой, смотри, аларм какой-то. Нет-нет-нет-нет, стой. Ага, спускать надо. Ёшкин, матрёшкин. Ща б сгорели бы. Нам гореть-то не надо, нам пожара нет. Бензин кончается. Слушай, а где мне брать-то это все? У меня топлива не хватит. Чё ж, я пешком уж ли буду потом бежать-то? Давай в город, мне нужно топливо. Та-та-та-рам-пам-парам-пам. Мы едем. Это хорошо, что мы едем. Ой-ой-ой, стой, кнопка, не отпускайся. Все, слушай, а мне больше жить-то нечего. У меня сейчас вот этот бензин кончится, и что я буду делать-то? А где мне топливо брать? Во, во, топливо. Стой. Стоим. Не шевелимся, топливо. Я топливо нашел. Я прям на соплях дотянул. Смотри, у меня бак вообще пустой. Идем. Оп. Готов, полбака. Значит, один кирпичик полбака, да, дает? Значит, два кирпичика максимум, чтобы у нас перелива не было. Угу. Нам перелив не нужен. У нас тут это и ценный ресурс топлива. Ресурс-то ценный. Это кому вас куда? А, там два крючочка есть. Два крючочка повешу. Опа, стой. Оп, повесил. Надо какой-нибудь более этот широкий мне трюм. Для бензина. Хоп, повесили, поехали. Полный бак. Так, а, надо вот... А, он автоматически убирается, понятно. Поехали. Так, у меня на всякий случай еще два... Два бензина есть. Держим. Смотри, как карабкается, да? Ну и чё, погода нормальная, не штормит. Едем, едем. Опа, горка. Мне вот горки совсем не нужны. У меня бензина-то не так уж и много. Надо бросить один. Да ты какой такой кривой? Стой, 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 мне не надо, чтобы ты обратно поехал. Вперед едем. Ого, бензина-то смотри сколько. Блин, я прям на нем остановился. Так, ну давай тогда проедем. Немножко, да? Без вот так, прям на холостых.
сзади заберем. Только сейчас самое главное не уехать. Давай. Хорош, там достанем. Бензин. Так, один сразу утопим. Так, один утопили. Полный бак. Да, полного бака, пожалуйста, да? Опа. Так, а куда мне второй-то мешок деть? Один, вот у меня крючок, сюда повешу. А второй еще один. А давай я тебя просто там на пол брошу, а потом просто подбегу и сразу и запалю, да? Ага, точно. Вот так, так мы и поступим. Да ты ж. Вот сюда вот мы тебя. Опа, поехали. Отпускай рубильник. Давай, на полную. Бензин уже собрали, значит еще до бензина там далеко оттянуть. Смотри, по какому-то помостку еду. Нет, не держи кнопку, не отпускай. Вода, я утону? Не утону, да? Я ж корабль. О, вот это что-то валяется, смотри. Или это не валяется? Лучше проверить. Лучше... Нет, не валяется. Лучше перебздеть, чем недобздеть, да? А то у меня бензина-то нету. Смотри, а он еле ползет прям. В гору прет. О, бензин. Вот это точно бензин. Ух ты ж, смотри. Нифига. Так, давайте заполним бак. Готово, полный? Ну, почти полный. 90%. Так, тебя и смотри, бочка какая-то. Бочка, наверное, вообще полный бак сразу дает, да? Куда мне вас, бензины? О, нет. Аккуратнее надо быть. Я чуть не уехал. Бочка. Вниз я не хочу накладывать, потому что если я вниз накладу, у меня будет потом плохо. Так, я вот здесь выйти могу. Выйти могу. Вот, если сюда накидаю, мне потом тогда бегать тут неудобно будет. Поэтому надо в какой-нибудь такой якобы трюм. Трюм. Вот так. Так, опять кнопку не тыкни. Стой на тормозе. Мой корабль. Блин, что-то бензина, то его нету, то его вон до хрена дали. Путь, наверное, сейчас долгий будет. Ой. Хорош. Поехали. Вперед, езжай, не назад. Тащи его, тащи, мой драндулет. Так, я так понял, смысл в том, то, что тут надо в игре как можно дальше проехать, да? Собирая бензин и всякую вот эту хрень. И преодолевая препятствия. Вот такие вот, что ли, препятствия? Блин, я там бензин не положил, смотри. А у меня сейчас кончится, мне опять придется потом разгонять. Держи. Едем. Сейчас вот это преодолеем, там, по-моему, с горы покатимся, да? Должны же, по идее, с горы катиться. Или мы все время будем вверх ехать? Смотри, сзади пейзаж, как эта дамба, да? Воу, вот с горы едем. Ух, смотри, раскочегарился, скорость максимальная. Нифига себе шпарит. Смотри, вот так бы всегда ехать бы. А это корабли какие-то, смотри, ничего себе. Бензин! Блин, раздавил его. Ладно, с этой стороны. Блин, а хорошо прошел бы. Может быть, тогда не надо было останавливаться на этом бензине? Ну и проехал бы дальше, да?
Трем-трем. А, ты ж, блин, хотел как в Марио. Не вышло. Хоп. Жри две. Ну и чё, мы там вон сколько там, 5% потеряли, да? Ну и нормально. У меня пока тут все равно бензинчика хватает, и вроде как тут халя... Ой, ты, бля. Ух ты ж, ё. Халявненький появился. А, да, вот сюда вот тебя. Отстой. А хотя давай мы тебя положим. Бочку мы сейчас оттуда сверху заберем, повесим на крючок, ага. Потому что вон у меня еще крючок есть. Давай, знаешь, что еще? Вот эту лампочку мы отсюда заберем. Она же мне тут не нужна? Не нужна. Мы повесим тебя вот сюда вот. Вот. И вот это я смогу теперь забрать и повесить туда. Вот. Смотри, полный бак, и все у нас вообще шоколадно. Ничего, так интересненько пока, ребят, честное слово. Смотри, что-то я заметил, что у меня парус как-то это. Не парус этот, факел. Фу ты, факел. Как он? Фу. Ой, чуть не сгорели. Флаг, ёпта, флаг, видишь красный на мне? Вон он, видишь, куда-то туда, в это. Хотя я еду, он должен в другую сторону развиваться. Чё за нахрен? Чё это за строение? Там какая-то плюшка была наверху, видал? Ну-ка, стой. Давай, подожди, стравим там, а то там что-то было, да? Так, это... Хоп, блин. Так, а как мне на тебя-то попасть-то? Так, надо немножко дальше проехать. Только не быстро, не сломать там что-то наверху. Интересно, а вот корабль вот этот можно вообще апгрейдить? Так, все, стой. Стой, 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 стой. А, во, смотри, нормально остановился. И это мне типа должно было тут так это... Вон, смотри, потому что видишь, какая-то бляха висит наверху. Чё за нахер? Чё это такое? Как мне тебя... О, блинский. Ух ты, а ты видал, как я делаю? Смотри. Уи! Ладно, сейчас доиграюсь. Ёпта, уже, о, видал? Я на платье спускаюсь. У меня какой-то есть суперспособность. Так, это мы взяли, это какой-то кулечек. Х. Чё у нас тут? Мельница. Мельница, мельница. Нифига, вот, смотри, что-то опускаю на себя, да? Я всплыл. Почему? Так, ну ладно, сейчас, сейчас тогда подожди. О, видал? Спускаюсь как. Блин, я не знаю, сколько вот эта кочевряжка дает бензина. А я спалил вместе с коробкой, там не заметил, коробка была. Угу. Так, поехали наверх, посмотрим, что это за лабудень-то вообще у нас. Дырявый парус, охереть. Так, теперь тебе... А, подожди, как я буду стоп-то давить? А? Мне и парус держать надо, и стоп давить. Да вы чё? А, нет, смотри, не давит. Смотри, на парусе иду, нихера бензин не трачу. Все, ребята, зажили. Я вообще теперь без этого, бессмертный, считай. Опа, сломали.
Бензин не выпал? Мне бы еще грузовой отсек, и было бы вообще что шикарное. Наверняка что-то пристроить можно, потому что видал там этот... слева я выпрыгнуть мог. Наверняка там какой-нибудь, да, этот, можно еще... этот... тягач какой-нибудь херануть. Что это? Граница? А это куча бочек, да? Турбипровод был. Так, ну пока на ветре идем. Че, неплохо на ветре-то. На ветру. В ветре все-таки хорошо. Смотри, вот у меня еще посередине какие-то два колба. Видишь, справа от инжиниринг. Опа-опа, есть что, есть что? Нету. Видал три колбы какие-то? Хрен поймешь, что за колбы, да? Потому что, по-моему, было две колбы, или я ошибаюсь? Ой, смотри, а еще что-то тикает. 300, 400, 47. Ничего себе я этот. О, дорога. Едем по ровной дороге. Пока на ветру, и отлично, бензин не тратим. Большой корабль. И автомобиль, смотри, там есть. Лунар. Вон же рядом бензина дофига. Чё ты туда-то не сходишь? Да, можно было бы туда пройтись, я бы там бензина бы насклепал бы. Так, тут, по-моему, мы не поднимемся, да? На этих хренях. Крушим здание! Закрушили. Ого! Воу-воу! Чё это? Так, паруса надо убрать, да? Чтоб нас не тягануло никуда. Так, убрали. Убрали же? Убрали. Так, чё за препятствие? Я не понял. Вон внизу, внизу бензин. Чё за препятствие? Так, давай тогда бензин заберем. Надо забрать бензин. Под кораблем бегать могу, это хорошо. Так, первый бензин. А, вон, смотри, лесенки вниз нашел. Смотри, вот они. Так, бензин. Так, куда мне тебе? Хорошо, что хоть корабль не разломался, да? А то пришлось бы загружаться, чтоб там это... не врезаться опять. Хватанули. Шестеренка большая такая моя. Не надо мне тут его ломать. Интересно, я могу вот этот? Я знаю, чё. Знаешь, чё? Его, наверное, надо оттаскивать, да? Прикрепил? Нет. Не работает. Смотри, а вот эта колба... А, смотри, меня поломало. Вот эта колба не целиком. Видал? Это как раз, которая на скорость влияет. А, я понял, смотри. Этот у меня, видишь? Вот эта штука, это у меня получается сейчас трехсекционный корабль. Вот это у меня парус. Видишь, я добавил парус, значит еще одна, да, вон. Смотри, видишь, еще одна есть, значит тоже можно будет еще какую-нибудь одну штуку прицепить. Блин, и все. А, может в той штуке еще появится еще там штуки, да? И я смогу уже то апгрейдить. Потому что смотри, вот это у меня парус. Вот это у меня сам этот топливный генератор. А вот это у меня скорость. Угу. А я смотрю, что-то одна штука еще одна появилась. Было две вроде бы. Ха-ха, я понял теперь, я понял. Я раскусил игру. Ой, мячик. Так, давай мячик унесем, потому что он там... ломается, да? Там колокольчик еще. Дал колокольчик какой-то? Я вот видал. Так, мячик, ты сюда. Колокольчик, да? А я его поднять-то смогу?
Оп, пианино. Пианино нельзя. Пианино брать нельзя. Да, это, смотри, колокол какой-то. Ну-ка, х. Да, колокол. Так, и давануть надо на кнопку, да? Воу. Йо, смотри, сейчас раздавит же. Ёпта. А, нет. Нормалды. Не раздавило. Забираемся наверх. Сейчас можем пройти вперед. Так, а нахера мне только этот колокол, да? Гдзинь. Гдзинь. Я думал, там что-то сейчас мне баф какой-то даст. Нет, нихуя, да. Может, его тоже зажечь можно. Парус. Открыли парус. Идем в кабину. Оп. И ждем на тормозе. Где музыко-то? Я же поехал. Музыку должно было заиграть. Не заиграло что-то. Значит, вот такие вот препятствия, да? Угу. Стоп. Тормозить нет? Хотя нахер. Пока ветер есть, надо ехать. Штилит. По-моему, скорость упала, да? Оп, препятствия. Пофиг нам на препятствия. Мы на таране. Так, а где мой мячик? А, вон он валяется. Как еще не проваливается, да, подо мной? Все, вот эта конструкция. Смотри, а тут кто-то жил, да? Смотри, там, потому что, видишь, вон какие-то эти построены внизу. Автомобили. Так, какое-то препятствие. Нет, тормозим. Тормозим, потому что ломать мне больше корабль не надо. Там и как раз бензин. Это хорошо, что я тормознул. Так, забираем бензин. Дать. Блин, а у меня баки-то полные уже. Но бензин лишним не бывает. Сейчас вот ветер кончится, и что делать? Не на руках же грести. Да, потому что здесь бы я навряд ли проехал бы. Там что-то вон наверху есть. Так, а куда мне? Во, музло заиграло. Это мост. Мост же, да? Блин, барыш такая сзади, смотри, мощная. Так, у тебя нету бензина, да? Вот, смотри. На. Что делаем? Ух, нифига, наверх поднимаем. Э, погоди, мне надо не наверх, мне надо вниз. А, противовес ушел, да? Ушел противовес. Он что-то там есть, смотри. Все забираем, я вообще все забираю. Я лутер тот еще. Нам все надо, все тащим в корабль. Так, погоди, а как я сейчас проеду-то? А, я не понял. Ну непонятно же. А? Понятно. Хе-хе. Все оказывается намного проще. Я кнопку тут не заметил, смотри.
Я на кнопку наступил. Вот, смотри, про что я говорил. Видишь, он на юбке летит, смотри, на какой-то. Вах. Это, бишь, я не... Мотоцикл. Мотоцикл видал? Зачем мне столько фонариков-то? Они же не горят. Смотри, видишь, потух, да? Они же не светят. Или светят? Ладно, пускай наверху светят. Так. Чё? А, паруса. На якоре? Нет, 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 подожди, мне надо с якоря, блин, сняться. Какой же ты дурак, а? Я ж-то не успею затормозить, если что. Опа! Пожар! Вот это нифига себе! Это хорошо, что это я понял, что это у меня там пожар. Смотри, заморгало. Хоть, ну теперь я знаю, как тушить. Так, понятно. Значит, идем тогда на бензине. Ударился и загорелся. Прикинь, смотри, я себе сломал его. Нельзя так делать больше, нельзя. А, стой, 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 подожди. Мне тут еще надо, да, мне... Еще надо, потому что вот удеть бы сломал бы. Угу. Так что пока на бензине. Так, давай останавливайся тогда. И идем, потому что я смотрю. Пустошь. Мы можем развернуть. Бля, штиль. Штиль, смотри, мне пофиг, мне его даже разворачивать не надо. А я могу это починить-то все это дело? Как-нибудь там потом. Так, мячик, сколько ты мне дал? Чутка. Нафиг ты мне тогда вообще нужен? Тогда следим внимательно за нашим флагом. Чтоб он нам опять показал, что мы можем паруса юзать. Без парусов на бензине не круто. Хотя у меня бензина-то хватает. У меня он целых... Ой-ой-ой. Не ломаем нашу двигателю. Блин, как я много-то, блин, паруса-то ударил, а. Смотри, там прям аж... Почти бензин. Сейчас сразу мы тебя затопим. Ремонтную мастерскую бы, может, там на бензине тогда будет что-то работать. Да я бы сейчас отдал бы дофигища бы, чтобы мне это все починить. Едем, едем. А если я паруса подниму и смотри, буду вот этой пшикать на паруса. Это их будет ломать, да? Опа. Все, бензин сразу тебя тоже испопилим. Больше там бензина нету? Так, да вроде бы нету. Тогда укай. Тогда сразу это пепелим и едем дальше. Хрясь. На. Сколько бензина дашь? Ну так, половинку тоже, в принципе, как коробка, да? Больше всего пока вот бочки дают бензина, да? И я не посмотрел еще большой вот этот шар, сколько бензина дает. А то, может, это вообще какая-то энергетическая топливная ячейка. Ой-ой-ой. Мне еще тут ничем, чтоб погорело, не надо. Опа. Много бензина. Много-много-много. Так, ну вот этот шарик я знаю, это половину дает. Это же что, это шарик какой-то? Слушай, а это же какая-то...
Это же какая-то запчасть. Давай ее. Так, а что у меня поломано? А, поломано, значит, вертикаль, да? Мы тебя вот сюда куда-нибудь можем? Чпеньк, чпеньк, чпеньк. 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 Так, да ладно, тогда давай разберемся мы сюда с тобой потом. Это у нас, значит, получается не бензин. Чпеньк. Нет, смотри, сюда не кладет. Ладно, оставим тебя пока там. О-о-о! Смотри, фары загорелись. Нифига. Ночь. Так, это ты нам полную даешь. Мы тебя тогда пока не пепелим. Это мы тебя... Сейчас знаешь, что мы сделаем? Вот так. Ой. Так, вот так. Слышь, какой-то шум поднялся. Слышишь, да? И ветер в другую сторону. Смотри, факел мой раздувается не туда. Так, закрывай трюмы. Поехали. Я где еду-то? Не провалюсь? Опа! По автобусу вниз спустились. Дождь начался! Ой-ой-ой! Ух, смотри, машины! Ух, нифига! Не ломай меня. Надо бензина добавить. Вот это непогода. Вот это ураган. Оп. Грома молния. Мазерфакер. Нужен бензин. Да ты стой, ты. Вот ты ж. Я слышу что-то на радио, да? Поехали. Интересно, а если я сейчас парус подниму, я поеду в обратную сторону? Хе-хе. Ну я прям тяжело иду вперед, прям так. О! О, бензин, бензин, бензин! А смотри, меня не сдувает. Так, хорошо. Так, еще одна бочка. Ой-ой-ой. Чуть не сдуло. Так, я там пожарный выход вообще-то замуровываю, да? А это плохо. Мне если что-то загорится, как я буду тушить-то? Если там у меня бочки с бензином. Но бензина я трачу вообще немерено. Сейчас каждый бензик на счету прям. Кнопка, нет, не отпускайся. Воу! Пожар, пожар! Алярм! Дурацкая молния! Смотри, у меня вон, смотри, весь покоцало.
Офигеть, смотри, прям вообще все паруса почти вырубило. Ой, и тут поломало, смотри, ой, мой спидометр, смотри, расхерачило. Меня разламывает. Надо как-то это все починить. Так, почему мы вперед не едем? Все, непогода кончилась. Оп, бензин. Блин, смотри, как пошатало-то меня, а. Так, это заберем. Смотри, прям разломало. Офигеть. Ой, вон еще бензин. Искрит. Как бы меня там не коротнуло. Так, дальше бензика нету, дальше бензика нету. Не, ну меня предупредило бы, да, как чинить надо. Мне же не сказал, как чинить надо. Ну смотри, он еле едет. Он разломанный и еле едет. Ой, сам-то его не ломай. У меня единственное, что только пока целое, это он, этот, топливный генератор, да? Может, чемоданами чинить надо? Надо попробовать, кстати, чемоданами. Опа. О, еще одна какая-то приблудка, да, смотри. Бензин. Да, смотри, какая-то приблудка. Ой, стой. Так, значит, я подъеду. О-о-о, это, по-моему, мастерская. Видал, там внутри какая-то хрень. Давай положим бензин сразу. И по-тихому, давай тогда сейчас малый период. По-тихому сказал. По-тихому, по-тихому. Тормози. Опа, блин. Твою же ж. Не с фонариком, что ли, бежать надо? Ночь же, да? Вот для чего мне фонарики. Опаньки. Опаньки. Так, а как? Мне тогда... Опа, готов. Так, тогда пока... Ага, мне бензин сюда надо. Я его, прикинь, я его чуть вниз не стащил. Я хотел уж было с ним вниз убежать. Так, ворот... Тормоз не поставил! Где я? Пустите меня туда! Ой, смотри, еще какая-то штука лезет. Нет, а может он сам с тормоза убрался, да? Мне не видно ни хера. О, бляха! Так, эта кнопка не работает. Может, меня сейчас тут научат, как чинить надо? Блять, а что сделать-то?
А? Ремонтная, точно ж, смотри. Я себе сейчас установлю ремонтный модуль. Обалдеть. Стой, 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 стой. Вот сейчас ты зря поехал. Фу. Так, мне теперь надо... Да, смотри-ка, я ремонтный модуль взял. Так, пока ты бочку с бензином, нахер тебя. Так, это починил. Так, на тормоз встали. Так, надо бензин отсюда убрать. Вот так вот. И вот это чиним. Починил? Починил. Так, чемодан-то оставь. Да погоди ты. Да что ты делаешь, ты все? Надо порядок навести. Я где-то там бензин видел, да? Бензин наверху, а нет, вот он. Ха-ха, я починился. У меня ремонтный модуль есть, вообще огонь. Куда мне вас? Давай, знаешь, куда? Вот сюда вообще я не хожу, да? Вот я сейчас накидаю это все дело. Потому что мне туда надо все это утащить. Утащить, да, туда. Это что такое? Фонарик. Вот фонарик это забрать надо. Может, я его куда примострячу сейчас, чтоб лишняя дополнительная у меня фонарка была. Не видно ж ни хера. Ой, куда это я? Еще сверху, по-моему, что-то не забрал, да? Ой, смотри, да, фонарик, смотри. Уи-и-и. Вот так. Давай, поехали. Надо выехать отсюда, а то не видно же мне ни хера. Так, а не дочинил? Я что не дочинил? Не дочинил я вон ту штуку. Тормозим. И идем чиним. Вот, починил. Да, у меня теперь все починено. Так, этот чемодан дурацкий надо спепелить. Бля. Воу! Нифига! Значит, я там еще что-то могу пригвоздить, да? Так, куда бы мне тебя... Давай туда же, в спальню. Вот так. Вот так. Вот так. И тебя. Доберись ты. Во. Блин, грузовой отсек срочно надо. Это же невозможно. Допепели ты. И вот это. Давай. Сколько? Ух ты, полный бак. Прям до отказу. Поехали.
А хотя, знаешь что, не поехали, давай тогда на этом закончим. Вот такая вот интересненькая игрушечка получается. Ну, блин, интересно, интересно, я бы сказал бы, да, если вот еще это все модулировать можно, и тут еще можно что пристроить, будет вообще огонь. Едешь, едешь так далеко, там, все чинишь, все тебя там кромсает. Интересное времяпрепровождение. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь ссылочками, и до новых встреч. Пока-пока.